Вот, друзья, наш гепард. Тайгановский. Сентябрьская зелень, цветочки. И он в них лежит. Ой, какой красавчик. Да, какой такое красавчик. Пузико отрастил. И главное, спокойный. Ой. А смотрит как так. Ага. Надменно. Из-под бровного окна, как сказал один журналист. Ой, ты такой красивый. Невозмутимый такой. Да, само достоинство. А я вот так живу, такие чудесные условия. О, все, все. Можно и подремать. Да. Все, спит. Слушай, я тут же вторая ходила, гепардица. Он же не один, по-моему, здесь, да? А вот... А, я тоже сняла. Галина обратила внимание, какие шикарные сливы в вольере у гепарда. Ой. Да, урожайчик, конечно, можно было бы снять. Но сторож суровый здесь. Жаль, что сам не ест. Кто это? Да, жаль. Кто это? А, гепард. Вера, не суй руки. Это гепард. Гепард, да, он. Где он? Он маленький. Где? Вон же. Где? Где? Вон он. Вон он. Подожди, тогда их два здесь. Было. Два. И где-то есть.